have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет, привет! Сегодня мы с вами Мёрдер в нём самом. Итак, собираем. Я, кстати, Оливия. Ты я кто? Марио. Марио! Я нельзя... лысая. Я лысая лягушка, походу. Нельзя сказать Марио, нужно говорить Марио. А ты кто? Ты Питер? Оливия. А, ты Оливия? Почему ты тоже лысая? Или просто так прически не прогрузились, или они реально лысые? Это моя случка. Дэвин, отойди. Нет, Дэвин, зачем ты это сделал? Как нет, ты... Дэвин, как ты мог? Так, я вижу Анну. Ага. Питер. Кило. Ага. Дэвин. Донна. Донна мадре. Я видел тут... А, блин, забрали зеленую штучку. Все. Я ушел. Так. Стой, это какая-то другая карта? Где Оливия? А? Где Оливия? Я бегаю за сватовскими фургончиками. Оливка. Ты Оливка, все. Все понятно с тобой. Да все, конечно, понятно. Это... Какого у меня цвета? Ха-ха! Уйди, чувак! Я хочу... Я вообще непонятно, какого цвета. Уйди! Блин, как бы меня тут не убили. Это опасно, опасно, опасный момент. Скотчик испарился. Ах ты ж, блин! Рита, это... Зеленый! Зеленый? Здесь все зеленые. Черт, да не все. Я только подобрал пистолет, и меня сразу же грохнули. Меня пинают. Че все такие? Слушай, это получается... Меня... Анастасия! Это Анастасия! Погоди. Она меня понесла куда-то, дай и теперь тебя взять. Трупы можно хавать. В смысле... Это ты, Анастасия? Нет. Я Марио. Точно. Короче, Анастасия, зеленая жаба, в оранжевое пятно убийца. Теперь трупы можно таскать. Это Дэвин. Она у вас в середине. О, вижу, Анастасия. Если у тебя есть пушка, мочи. Вот, видишь, она убила сейчас кого-то, кто это был. Дайте мне взять кило. Кило. Ты кило таскаешь? Да, я кило таскаю. Брось ту какашку, убей Анастасию. Это кило мне важнее, это будет мой щит. Иди сюда, вот здесь на заднем дворе пистолет лежит. Вижу, уже иду. Хочу взять. Это мой пистолет! Нет! Тебя убили? Как ты мог, Марио? Я хочу найти картошку. Здесь должна быть картошка. А, вот второй пистолет валялся, да. Где картошка? Мне нужна эта картошка. Очень сильная. Селись в пистолет. Селись в... Что? Можно? И застрели. Не, я не могу селиться в пистолет. А как там вселяться? Как... По-моему, нажать на И на какой-то предмет. Сейчас попробуем. Сейчас, нужно... Я могу в труп вселиться? Да, на И. В труп. Труп? О, все. Дай мне вселиться в труп. Я что-то не могу вселиться в труп. Я стульчик. Я тоже хочу найти какой-то крутой предмет. Я стульчик. О, наверное уже. Все, я Марио. Нет, на И. Да. Я мусорка. Нет, почему я мусорка? А почему я не могу грузовиком стать, например? Ну потому что он слишком большой, это прикинь. Ну и что, я бы взял, задавил убийцу. Блин, ладно, я могу туалетом? Нет, туалетом я тоже не могу стать. Я мусорка. Ну, у тебя первая буква совпадает. Марио, мусорка. Логично. Я могу стать гномом? Я фишечка. Я вижу какого-то секретного гнома, и я хочу вселиться в него. Секретный гном. Блин, я хочу вселиться в гном, почему я не могу? О, вон, я вижу чувака. Что с тобой? Что это такое дымящееся? Минечка, а кто еще живой вообще остался? Какого фига? Почему раунд еще не закончился? Я не знаю. Мы могли бы последить. Слушай, походу что-то случилось такое, что-то странное. Никого же нет в живых. Нет, кто-то, видимо... Кто-то а почему тап не работает? Стой. Могу ли я стать...
тобой? Нет, не могу. Да не-не-не, в зомбяшку вселиться нельзя, к сожалению. Где последний? Если я ищу есть. Какой-то крутой предмет, в который можно вселиться. По-моему, не сработал. Обидно. Я могу... Коробкой? Нет, коробкой не могу стать. Печально. Я нашел секретную комнату! Музыка заиграла. Я реально нашел секретную комнату. Слушай, видишь самое крайнее здание возле ворот? Так, стоп. Там секретная комната. Один человек выжил. Здесь написано... Нет, стой. Нет, они все были мертвы. А почему раунд тогда не заканчивался? Я не знаю. Оставалась только Анастасия. В секретной комнате была такая надпись, там где было написано. Вау, ты нашел секретный лес в секретной комнате. Круто. Так, ты кто? А я Дельта. Я Шей. За уши пришей. Я белый. А? Я белый. Оранжевый. Я убийца. А! Убийца! 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 Серый! Убийца! Серый! Кто убийца? Убийца! Кто серый! Я не успел ими посмотреть, сейчас посмотрю. Ну че ж мне так не повезло-то? Где этот ушлепок? Вот он. Это Оливия? Это Мия. Мама Мия. Мия? Надо будет найти. Серая жаба в оранжевых этих. Я вижу. Ты шериф? Я шериф. Гаси. Ща, она убегает. Мия. Она забралась на кухню. Внутри домика. Оббегает вокруг, заходит и обратно внутрь. На улице. Вижу. Меня тащит! Вижу. Находится на заднем дворе, возле микроавтобуса. Пытается меня на кухню... За ящиками меня заныкало. Вижу. Умри! Нет! Умри! Нет! Зачем ты так близко подошел, друг мой? Вот у меня к тебе какой вопрос. Что? Фига ли ты так близко подошел? Ищи и пистолет заныкал. Так, вон, люди нашли. Пусти мой труп, ты. Фигня тупая. Ну, они теперь не знают, что это она. Можно было догадаться, потому что... Блин, что это за игрок с лягушками интересный такой? Ну, это, наверное. Это, наверное. Самое логичное объяснение. Но это, наверное. Здесь, по-моему, лягушка была где-то. Очень крутая такая, интересная лягушка. Чем здесь такое еще интересное? Чем можно сказать? Так, Рамес у нас на грузовике бегает. Они не знают, что это Мия. Зулу. Я буду заходить. Я что, она на заправке. Опять секретную комнату нашел? А? Я, кажется, опять секретную комнату сейчас найду. Я так думаю, мне так кажется. Я буду залетать абсолютно во все окна в домах, чтобы найти секретную комнату. Я ящичек. Круто. Но он очень плохо передвигается. Надо найти что-то. Я могу мусоркой вот это стать? О, я хочу вот эту шляпу. Да! Ты теперь шляпа? Я выкинутая магическая шляпа. Блин, а кого фига? А, байстендеры победили, хорошо. Это мы. Ну, чувака вот. Зовут Экскаватор. Экскаватор, серьезно. Ладно. По-любому не русское имя. Ниоткуда, нет. Да нет, не может быть это русское имя. Ну как так? Это же английскими буквами написано. Байстендер. Кто? Я Мибо. Мибо? Да, я Мибо. Ого. Я Мибо. Я Квин. Квин. Ну понятно все с тобой. Понятно. О, привет, погоди. Ты зеленый? Подожди. Да, это я зеленый. Привет. Что тут белый вот этот поле? Я не знаю, что-то он очень подозрительный. Я, пожалуй, отойду от него. Слушай, они что-то преследуют нас. Мне страшно становится. Так, ладно, разделяемся. Всё. Разделяемся. Протиснись, пожалуйста. Герл! Герл, это убийца, Герл! Спасите, блин! Герл, убийца! А что я сделал? У меня пушки нет, я собираю предметы. Ты можешь меня разморозить, пожалуйста, а? Да, давай, где?
Я, в общем, так как я понимаю... А, у нас Cold Killer, точно. Понимаю. Так как я понимаю, я не понимаю. Ну, логично, все объяснил, что уже иду, все. Точное местонахождение получено. Да, я тут. Где? Зайди в ту комнату. Сюда? Да, я тут должен быть. Вот, я тебя вижу тут. Зазарь меня прошел, у нас с тобой идет. Да ну нифига, а где откат? Ну понятно. Герл. Блин, почему такое имя? Ну да, вот у родителей фантазии не хватило все. Это инсталина. Так вот почему ее звали Герл. Ты помнишь, что такое Герл, да? Да, помню. Guy in real life. Так что. Guy in real life. О, блок Сикола! Я нашел блок Сикола! Крутяк. Смотри, блок Сикола. Да-да-да! Ты что делаешь? Рамсес. Ты кто вообще? А, ты остановился босс блок Сикола, ты синий, да? Да. Я понял. Нет, бро, у меня я блок Джо. Сикола, бро. Ой! Чувак с катаной носится, гаси его! Блин! Дай пушку, пушку, пушку! Я хочу слиться блок Сикола. Есть! Все, я блок Сикола. Победили. Теперь я злобная блоксикола. Блин, старые классические карты из... Арсенала? Из арсенала, да. Надо пойти как-то в арсенал покатать, что я немножечко соскучился по этой игре. Так. О, наконец-то! Я, пожалуй, спрячусь от тебя, знаешь? Ну, попробуй, попробуй. Хочу узнать твое имя. А? Хочу узнать твое имя. О, газировка! Я ж твое не знаю, все нормально. Я Девин. Что-то мне не нравится. Абсолютно все подозрительные. И ты подозрительный, Джордж. Не трогайте меня. Уйдите. Эй-эй-эй, офига ли, кто знал, что это я? А я тебя видел. Я еще хотел зайти в кафешку и узнать, был... Нючка, ты был шерифом? Не, я не был шерифом. Кто я меня видел? Я вообще двух людей я замочил, никто знал, меня не ты. Видел. Кого фига вообще? Взял, вообще выстрелил в меня моментально. Кого? Ты, оказывается, кого-то убил, фига себе. Ну ты, конечно. Я, конечно, да, да. Лима. А я Джослин. Джостер. Джо-джо. Джозелин Джостер. Так, ладно. Классика. Компьютер. Компьютер нашел. Я хочу развалить этот компьютер. Дайте мне это сделать. Кому нужна эта клавиатура? Уйди от меня нафиг. Все, у меня есть оружие. Бойтесь меня, у меня клавиатура. Это ты, Лима? Да я Лима, да. О, подожди, Лима. Стой. Не надо. Тебя. Не надо. Ну, у меня есть клавиатура. Мы можем нажать на L плюс F4, чтобы удалить всю игру. Я бы нажал. Смотри. На F. Где F? Стой. На клавиатуру. Куда она испарилась? Вот она. А, вот. Мышка улетела. F должна быть где-то вот здесь. Раз, два, три, я нашел радио. Четыре. Вот здесь. Оп. Да, интересно. Радио это всегда интересно. Радио это предмет, пред, который мэт. Есть. Баночка Mountain Dew тоже есть. Убийца белый! Кто? Ща посмотрю. Джонни. Джонни. Две Джонни. Куртки? На нем есть две куртки? Нет. Блин, на ладно. На нем два оранжевых пятна. Джонни два пятна. Джонни два пятна. Какого фига он тащит чей-то труп? Он хочет его спрятать. Да, по-моему, вот эта фишечка тоже за новая. За тебя, Лима, за тебя убийца, он труп тащит. Я не вижу. Лима,
Труп вижу. Убийцу не вижу. Труп вижу, убийца. Он прямо только что прямо здесь был. Убийца. Ну логично, труп-то не мог появиться из ниоткуда. Ух ты, Джонни, Джонни. А! Жоселин. Нет, Жоселин. Блин. Как мне туда ты попасть? Ты что, увидел мой труп? Ты увидел Джоселин? Да. Блин, я вижу свой труп. Я хочу в него свелиться. Есть. Я могу с этой ультой бумагой. Ты уверен, что ты не пожалеешь об этом? Так, как звали? Джонни. Джонни, да-да-да, точно, Джонни. Как я мог позабыть такое имя? Так, Джонни. Джоселин уже идет на помощь. Стоп. У меня есть пистолет. Погоди, я иду к тебе. Ты катишься? Да, я качусь. Туалетный утенок. В смысле, туалетный котенок. Дана мертва. Оскар мертв. Все мертвы, блин, по-моему, вдвоем остались. Он еще так трупу поныкал. Это ты, это привет. Я. Пойдем. Пойдем. Так, вот это ты. Я уже иду. Джоселин. А, мы победили, как? О, смотри, тут чувака зовут Новембер. Нормально. Ноябрь. Блин, у меня был пистолет, я мог его теоретически убить. Но мы так победили, ладно. Такая ситуация. Да я видел, как Ноябрь убил этого чувака. Ага. Это осень была слишком жестокая. Ноябрь убил этого чувака. Просто расплющил. Осень была жестокая. Так, дабл трабл. Ой, блин. Байстендер, хорошо. Дабл трабл, значит, два убийцы. Будет два убийцы, значит, будет два шерифа. Больно. Больно. Слушай, у меня, походу, две жизни, что ли? А это все как? Все подозрительные. Блин, я, кстати... Я Ричард. Я Роуз. Ну, прям такой красненький, красивенький. Прям. А я Ричард. И меня преследует какой-то герл. За тобой бегают девушки? Не проблема. Ай, блин. Да ты чё, Гай, на Real Life? О, привет, Роуз. Привет. Я с тобой буду... Спасибо. Это герл. Нет, она и сразу спину. Выкидывает трупы, короче, такая, опа, и все. И сам спрыгни сверху, блин. Да. Иди ты нафиг, а, герл. Слушай, она на меня посмотрела и так послушала. Два дебила, это сила, блин, обменялись рукопожатием просто. Мечом, ножом. А, ну ладно. Карусель. Он еще успел этого зеленого убить. И выкинуть. Тут зачем есть? Ты его выкинул-то? Какие-то интересные. Так, герл убили. А где второй? Я всегда хочу найти какие-то крутые интересные вещи, как та туалетная бумага или гном. А если туалетный гном? Туалетный гномик. Прикинь. Окажется, что это тот чувак, который убирает за тобой в туалете. Туалетный гном такой. Да блин, опять без стандера. Да, Бестендер опять. О, я Новембер. А я Донна. Тут же была площадка. А вы что, карту изменили? Слышь, смотри, тут карту изменили. О, у меня пистолет появился. Смотри. Карту изменили? Вот тут. Тут же был выход из офиса, тут была вертолетная площадка, помнишь? Да, помню. Ее нету. Так, я... Здесь где-то был ломик, а я потерял его. Да, привет. Не, его не то, что потерял. Его только что подобрал чувак. Ломик был зеленым предметом, и на моих глазах его подобрал чувак. Ломик чаще всего оказывается, кстати, зеленым предметом. Не знаю почему, но вот его обожают прям ставить... Картошка. Крафт, тойфель. Это примечаю. Пончики есть зеленые? О, погоди. Блин, кто кого, где? Это ты, Новембер. Я Новембер. Стой, Новембер, я Донна. У меня есть картошка. Каждый раз, когда ты говоришь «стой», нас двоих убивают. Возможно, стоит прекратить так делать. Стоит. Вообще, я не картошка. Потому что Донна картошка. Ну все, я теперь стал картошкой. Все, идите нафиг. Я пончик или блинчик. Пончик. Если... Все, мне так больше нравится. Я курица. Слушай, я помню, здесь раньше была очень крутая секретка, я хочу ее опять найти.
Пончик, мама, прыгай, пожалуйста, вот твои аэродинамические... Блин, я что, не пончик, что ли? Я стопка блинчиков, да, вроде пончик. Там людей я режут. Помню, здесь была комната, где открывали лимасов. И говорили, ни в коем случае не открывать. Крутая комната. И я нашел. Пончик, у нас что, два убийцы? Как они могли? Они убрали комнату с держанием лимасов. О. Фига ли, у нас что, два убийцы, что ли? Не знаю, может быть. Почему? Вот этот явно знает, что второй убийца, но он ему ничего не делает. Или они, возможно, тимятся? Ну, блин. Тимятся — это плохо. Я, кстати, помню то, что раньше, если очень сильно залететь наверх и посмотреть за дома, то там был ГБН. Угу. Именно на этой карте. Ну, он взял... Да, это был шериф, а не Тимили. Шериф просто спрыгнул с крыши. Он ему помогал во всем просто... Ну, блин, ну это вот это вот просто сейчас низкий поступок был. Ребят, что вы знаете о петушиных поступках, а? Ну, прям... А кто был шерифом? Чувак, который с крыши только что спрыгнул. Дельта? Он... Я не помню, ну, наверное. Может быть, а может быть. Байстендер. Я когда-нибудь как стану убийца, а? Нет, тебе не надо. Блин, почему они убрали вертолетную площадку с той карты? Это было прикольное место. Вот здесь пианино играет, я здесь буду стоять. Кстати, это кто? Я Рамзес. А я Джозеф. Опять Джо. Опять Джозеф. Джо. Джозеф. Я Джосовый. Велик? Я, кстати, это, по-моему, карта из Контры, но я карту эту не знаю. Блин! Кто? Это вообще. Он зеленый. Светло-зеленый. Мария! Мария уже убила Новембер. Вот, это Мария, они. Я вижу, вижу. Они прямо перед тобой, возьми пистолет. Да! Я взял пистолет, но, блин, не успел выстрелить. Но он знал, что я буду охотиться за пистолетом. Есть штука, где играют на пианино. Крутую музыку. Я буду здесь что стоять. Что со мной, ладно. Ну, тайные вещи. Ладно, ребятушки, давайте тогда, наверное, на этом все. Так мы сегодня вот поиграли. По-моему, довольно прикольно. Да, не получилось выиграть прям таки ни разу, но все равно от этого веселья-то не меньше. Поэтому советуем вам тоже приходить сюда, наслаждаться этой игрой. А сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.